Здравствуйте, мои дорогие друзья! Благодаря первой части нашего мастер-класса у нас с вами получилась вот такая вот симпатичная заготовочка для браслетика. И сейчас мы с вами продолжим работу над данным браслетиком. Для этого ниточка у нас выходит с вот этой вот бисеринки, на которой мы с вами и закончили работу первой части браслетика, первой части нашего мастер-класса. Дальше возвращаемся иголочкой через синюю бисеринку, точнее через голубую бисеринку, которая у нас после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Далее набираем 2 бисеринки голубых. Подтягиваем их ближе к работе. Пропускаем первую голубую, через вторую голубую и первую белую мы с вами проходим иголочкой по направлению к себе. Вот что у нас с вами должно получиться. Дальше набираем 2 бисеринки белых и одну бисеринку бежевую. 2 белых и одну бежевую, кофейную, как угодно их можно называть. Проходим иголочкой через вот эту белую бисеринку. Вот так вот. Подтягиваем. Вот что у нас с вами получается. Дальше набираем 2 бисеринки белых и одну бисеринку черного цвета. И проходим иголочкой через вот эту оранжевую бисеринку. Подтянули. Дальше набираем 3 бисеринки оранжевых. И проходим иголочкой через вот эту оранжевую бисеринку. Вот она. Подтягиваем. Далее набираем одну бисеринку черную и 3 бисеринки синих. Вот они у меня. Подтягиваем их ближе к работе. Пропускаем первую, через 2 идущих после нее мы проходим иголочкой по направлению кверху. Подтягиваем. Вот что должно у нас с вами получиться. Дальше набираем одну бисеринку фиолетовую, одну бисеринку голубую и одну черную. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем одну бисеринку черную и 2 бисеринки белых. Проходим иголочкой через вот эту белую бисеринку. Подтянули. Дальше набираем одну бисеринку бежевую кофейную и 2 бисеринки белых. Проходим иголочкой через вот эту белую бисеринку. Подтянули. Дальше, друзья, набираем 3 бисеринки голубых. Раз, два, три. Проходим иголочкой через вот эту голубую бисеринку уголковую. Подтягиваем. Дальше набираем одну бисеринку фиолетовую, 3 бисеринки синих и одну бисеринку фиолетовую. И проходим иголочкой через вот эту голубую бисеринку по направлению к себе. Подтянули. Дальше набираем одну бисеринку черную и 2 бисеринки голубых. Проходим иголочкой через вот эту белую бисеринку по направлению к себе. Дальше набираем 2 бисеринки белых и одну бисеринку бежевую. Проходим иголочкой через вот эту белую бисеринку, опять же по направлению к себе. После чего набираем 2 бисеринки белых и одну бисеринку голубую. Проходим иголочкой через вот эту голубую бисеринку. Далее набираем 2 бисеринки голубых и одну фиолетовую. Проходим иголочкой через уголковую вот эту синюю бисеринку. Подтягиваем. Набираем одну бисеринку черную и 3 бисеринки синих. Подтягиваем их ближе к работе. Пропускаем первую синюю, через 2 идущих после нее проходим иголочкой по направлению кверху. Дальше набираем одну бисеринку фиолетовую, одну бисеринку голубую и одну бисеринку черную.
Проходим иголочкой через вот эту голубую бисеринку. Подтянули. Далее набираем одну голубую и две бисеринки белых. Проходим иголочкой через вот эту белую бисеринку. Вот она. Подтянули. Далее набираем одну бежевую и две белых. Раз и два. Проходим иголочкой через вот эту белую бисеринку. Далее набираем три бисеринки голубых. Раз, два, три. Проходим иголочкой через вот эту голубую бисеринку. Дальше набираем одну бисеринку фиолетовую, одну синюю и одну черную. И проходим иголочкой, смотрите, через вот эту синюю бисеринку первую. Подтягиваем. Пропускаем ту бисеринку, с которой выходит ниточка, через синюю и через черную и синюю проходим иголочкой. Дальше набираем две бисеринки синих и одну бисеринку фиолетовую. Проходим иголочкой через вот эту голубую бисеринку. Подтянули. Дальше, друзья, набираем одну бисеринку черную, одну оранжевую, одну черную. Проходим иголочкой через вот эту белую бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем две бисеринки белых и одну бежевую. Проходим иголочкой через вот эту бежевую бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем две белых и одну голубую. Проходим иголочкой через вот эту голубую бисеринку. После чего мы с вами набираем две бисеринки голубых и одну фиолетовую. Проходим иголочкой через вот эту синюю бисеринку. Подтягиваем. Дальше, друзья, пропускаем ту бисеринку, с которой выходит ниточка, через фиолетовую и голубую проходим иголочкой. Подтягиваем. Набираем одну бисеринку голубую и две бисеринки белых. И проходим иголочкой через вот эту белую бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем одну бисеринку бежевую и две бисеринки белых. Проходим иголочкой через вот эту белую бисеринку. Далее набираем одну бисеринку черную и две оранжевых. Проходим иголочкой через вот эту оранжевую бисеринку. Дальше набираем две бисеринки оранжевых и одну черную. Проходим иголочкой через вот эту вот бисеринку синюю. Подтягиваем. Возвращаемся обратно через черную бисеринку одну, пропуская ту бисеринку, с которой выходит ниточка. И сейчас, друзья, у нас с вами начинается повтор с того места, где вот тут вот в начале мы набирали одну бисеринку черную и одну бисеринку синюю. Раз, два. Дальше пропускаем синюю через черную и оранжевую, проходим иголочкой. Смотрите, друзья, на данный момент повтор пойдет с того места, где мы с вами вот тут вот в первой части набирали 3 оранжевых бисеринки. Дальше показывать не имеет смысла, так как у нас пойдет большая череда повторений. Я уверена, что если вы не запомнили, как проделать данный элемент, вы можете просмотреть первую часть нашего мастер-класса, и у вас 100% все получится. А мы с вами переходим к пришиванию застежечки после того, как вы доделаете до той длины, которая для вас будет оптимальна.
Смотрите, друзья, на данный момент я вам покажу, как правильно пришить застежечку. Вот я доделала того момента, который нам уже достаточен. Сейчас я одела ту ниточку, которая у нас была как узелковая, возле узелковой бисеринки, вот этой оранжевой, и продела через бисеринки до вот этой голубой. Сейчас я смотрю, что у меня застежка на 3 вот этих петельки. Тут у меня 4 получается угла. Значит, мне нужно сделать так, чтобы этих углов было 3, и чтобы я могла спокойно пришить свою застежечку. Для этого я сейчас набираю одну бисеринку голубую и 2 бисеринки белых. Прохожу иголочкой через вот эту белую бисеринку. Подтягиваю. Дальше набираю одну кофейную и 2 белых. Прохожу иголочкой через вот эту белую бисеринку и, как обычно, подтягиваю. И снова набираю одну бисеринку голубую и 2 бисеринки фиолетовых в этом случае. Прохожу иголочкой через вот эту вот бисеринку фиолетовую. Дальше возвращаюсь обратно через 2 вот этих фиолетовых бисеринки, которые только что набирала. Дальше беру застежечку. Видите, теперь у нас четко совпадают 3 бисеринки, вот этих вот 3 угла и застежечка. Значит, сейчас берем эту застежечку и проходим иголочкой через петлю. Неважно, какая застежечка у вас, если даже не такая, как у меня, все равно у нее есть петельки. Опять проходим иголочкой через петельку. У нас тут образуется вот такая вот петля из ниточки. Проходим иголочкой, нужно быть внимательными, через эту петлю. Опять проходим через колечко. Ой. Дальше образуется петля, проходим через петлю. Опять колечко, петля через петлю. Дальше смотрим. Нам нужно пройти иголочкой через ту бисеринку, с которой мы начинали, но с другой стороны. Проходим вот так вот иголочкой. Ай, сейчас аккуратненько. Вот. Видите, что у нас получилось? У нас пришито первая петелечка. Дальше проходим иголочкой через вот эти вот 2 бисеринки белых и начинаем пришивать следующую. Раз, проходим, ой, проходим второй раз через кольцо, петля и через петлю. Вот так вот. Опять проходим через кольцо, петля и через петлю. Далее проходим иголочкой через ту же бисеринку, но с другого края. Вот оно. Ой. Бисеринки плотно прилегают друг к другу, поэтому тяжеловатенько это сделать, но это сделать необходимо. И сейчас мы плавненько переходим к следующей, уже последней петельке. Дошли мы с вами до вот этой вот последней белой бисеринки. Проходим иголочкой через кольцо. Опять проходим через кольцо. Петля через петлю. Опять кольцо. Петля через петлю. Опять кольцо. Петля и через петлю. И снова проходим иголочкой с другой стороны через эту же бисеринку. Вот так вот. После чего заделываем спокойно ниточку, так чтобы она у нас не выпрыгнула. И, собственно, на этом будем заканчивать работу над данным браслетиком. А вторую часть браслетика вы пришьете к ней застежечку уже самостоятельно. Вот такой вот браслетик симпатичный у нас с вами получился благодаря сегодняшнему мастер-классу. Я очень надеюсь, что данный мастер-класс был для вас полезен. Подписывайтесь на мой канал. Все полезные ссылочки я вам оставляю под видео. И до новых встреч, новых видео, друзья мои. Пока-пока!